Хотите знать анонсы новых обликов, либо же секреты персонажей, или просто сравнить двух героев в нестандартных тестах? Все это найдете по ссылочке в описании. А также мы разыгрываем облики на стримах. Буду очень рад видеть всех вас на своем канале. Мур, привет, друг, это Зверько, и новостной выпуск обновления 1.3.78. Похоже, поменяли переводчиков с китайского на английский, так что извиняй, если где ошибся. Начнем со скинов. Близнецы. Селена – Тень. Доступна будет через призыв Зодиака. Окарина – Сияние. Будет стоить сразу 899 алмазов, и первую неделю скидка 30%. Доступна она будет с 21 мая. Изменения героев. Чане. Увеличили физический бонус к урону на 5 единиц, теперь он 20%, а магический бонус увеличили на 10, теперь 30%. Чане будет вносить больше урона с автоатаки. Киризла. Второй навык. Увеличили бонус к третьему удару, полный бонус теперь 300% от физической атаки. Оптимизировали указатель, оптимизировали иконки навыков. Ранее я отрицательно отзывался о Киризле. Но на тестовом есть люди, неплохо на нем играющие. Видимо, с хорошим пингом это играбельный персонаж. Но все равно встречаю его нечасто. Будем ждать выхода. Грейнджер. Пассивка. Исправили ошибку, когда пули не потреблялись при выстреле по базе с большого расстояния. Исправили эффект телепорта звездного участника. Он был не под ногами, а где-то на кончике ствола. Общий физический бонус увеличили с единицы до 1,1. Это плюс 10%. Минотавр. Опять уменьшили прирост физической защиты. Теперь 3,1, а было 3,8. Кимми. Первый навык. Уменьшили базовый урон. Стартовый был 25, конечный 40, а теперь стартовый 10, конечный 25. Кимми уже достаточно давно играется через физику. Кому интересно, пересмотрите гайд. Но по моим ощущениям, первый навык бесполезен. Разве что стреляет дальше, чем базовая атака. Гвиневра. Ульта. Уменьшили базовый урон. Был 700, 850, 1000, а будет 650, 780, 910. Гвиневра очень дамажащий инициатор. Нерф был ожидаем. Заск. Ульта. Уменьшили бонусные хп порождения. Аж в половину. Было 1000, 2000, 3000, а теперь 500, 1000, 1500. Что, на мой взгляд, очень мало, поскольку снести ульту и сейчас не составляет особого труда. А смысл отселения в нее вообще теряется. Но разрабы говорят: ладно, и так сойдет. Кагура. Ульта. Исправили ошибку, когда место зонта отображалось неверно. Кае. Второй навык. Еще немного сократили расстояние прыжка. Сколько они собираются так делать? Лолита. Второй навык. Исправлен баг. Теперь она может блокировать ульту Клауда, который находится перед ней. Дополнительные новости. Дружественный лорд теперь не блочит миньонов, когда применяет заклинания. Оптимизируют кусты для слабых телефонов. Собираются добавить апгрейд скинов в магазин. Зная китайцев, такой обмен будет в их пользу. Например, взял ты скин за 300. И хочешь взять другой на этого же героя за 600. Оплатишь, например, 450. Вроде и цена со скидкой, а вроде как и переплатил, но посмотрим, как сделают в итоге. Создавая новый аккаунт, можно будет пропускать это надоевшее обучение. Наконец-то! На этом все. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал и ставь свою чудесную лапку. Удачи, друг!